Зеленый дом от студентов ЛГУ. Анастасия Шевцова и Константин Федосеев – лауреаты национальной премии в области экологической архитектуры и строительства «Экотектоника-2017». Фестиваль, пропагандирующий рациональное использование ресурсов и заботу об окружающей среде, проходил в Тарусе. На конкурс проектов поступило более 100 заявок из 30 городов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Участники – как состоявшиеся архитекторы, так и студенты. Третьекурсники кафедры архитектуры свой зеленый дом разрабатывали без научного руководителя, с учетом современных реалий и архитектурного ансамбля Владимира. Как итог, минималистичный трехэтажный многоквартирный дом, рассчитанный на 36 человек. Мы же предполагаем, что кроме этого дома вокруг будет еще другая архитектура. И, конечно, мы решили пойти по такому пути меньшего сопротивления, да, чтобы и другие постройки соответствовали ему, да, то есть чтобы не было разношерстной архитектуры. Проект здания нетипичный для нашего города. Благодаря свайному фундаменту по домам образуются ниши, которые можно использовать под парковку. Еще одно интересное решение – озеленение фасадов и балконов с использованием газона и карликовых деревьев. Несущие конструкции авторы проекта планировали создавать с помощью 3D-принтера. Плюс использование солнечных панелей и перевод всей техники дома, включая обогрев, прокачку воды и прочее, использование чистого электричества. И, соответственно, там по предварительным подсчетам это позволило сделать полностью автономный дом на протяжении 7-8 месяцев в году. И где-то в течение 4 месяцев он сможет давать электричество в городскую сеть. Как указано на сайте Союза архитекторов России, лучшие проекты будут реализованы за рубежом. Войдет ли в этот список дом наших ребят, пока неизвестно. Своим вторым местом в номинации студента они довольны, хотя не скрывают, что могли бы и лучше. Однако бесценный опыт и новые знания по применению экологических технологий в архитектуре и строительстве для Анастасии и Константина превыше всего. Евгения Палагина, Стас Трегубов, Губерния 33.